Эден можно не только играть, но и попробовать на вкус. В Улан-Удэ начали выпускать шоколадные конфеты в виде бараньих костей. Съедобный сувенир – идея молодой предпринимательницы, которая, переехав в город, воодушевилась древней бурятской забавой. В производстве сладких костей используется только бельгийский шоколад. Это, можно сказать, называется ремесленный шоколад, такая отрасль, когда мы вручную, получается, работаем. То есть отливаем в формы, заказанные нами формы. С шагэшками это тоже очень было сложно, сами делали эти силиконовые формы, то есть отливали. Ну, в общем, в принципе, думаю, получилось достойно. Сегодня шоколад необычной формы выпускается только под заказ и имеет всего 5 вкусов. Но Дина Ванчикова уверена, что в скором времени ей удастся расширить ассортимент, а продукция появится на полках в магазинах.